Начало продаж участков под строительство на Рублевочке Юг. От 400 тысяч рублей на участке. Свет, газ, центральный водопровод. Район Голубых Озер. Звоните 37 65 50. Овны. 2016 год для вас обещает быть вполне успешным. Измените себя и попытайтесь стать менее конфликтным, более раскрепощенным, избавиться от собственных страхов. Тельцы. Год обезьяны обещает вам значительные изменения в жизни. Избегайте конфликтов с родственниками. В новом году вас ожидает много разной и интересной работы, что положительно отразится на финансах. Близнецы. 2016 год станет началом нового витка в вашей жизни. Принесет массу положительных впечатлений и успешных проектов. А неприятности из прошлого года там и останутся. Раки. Начинается время стабильности для вас. В этот период успокоится и наладится многое из того, за что переживала ваша чувствительная натура. Шарм и тактичность в сочетании с терпеливой настойчивостью помогут достигнуть простых и реальных целей. Львы. Начало года – лучшее время для планирования. Пришло время определить, что вы хотите сделать в этом году в первую очередь, или, напротив, от чего отказаться. Это поможет вам избежать промедления и колебаний. Девы. За все дела принимайтесь спокойно и не сомневайтесь в себе. Конечно, не все усилия дают те результаты, которых мы хотим, но здесь важно ощущение, что лично вы сделали все от вас зависящее. Весы. 2016 год – время грандиозных идей для простого и повседневного счастья. Не забывайте, что оно создается каждый день путем случайных решений, встреч, мимолетных разговоров, того, что делает вашу жизнь наполненной и содержательной. Скорпионы. Год огненной обезьяны для вас станет очень важным, так как наступает прекрасный период для того, чтобы выбрать для себя новое направление в жизни. Стрельцы. В 2016 году можно начинать строить планы на будущее. В отличие от прошедших лет, стрельцы в год обезьяны не будут с головой погружаться в работу и дадут себе возможность полноценно отдохнуть, при этом не станут экономить. Козероги. В год огненной обезьяны окажутся полностью свободными от любых отношений и различных обязательств. При этом они будут отдавать предпочтение флирту, но в то же время такие свидания будут наполнены яркими эмоциями и чувствами. Водолеи. Новый 2016 год готовит вам массу сюрпризов. Вы сможете реализовать себя в новых проектах или даже сферах деятельности. Поэтому звезды настоятельно не рекомендуют водолеям в течение этого года лениться. Рыбы. В начале 2016 года постарайтесь довести до конца прошлогодние дела, если такие имеются. И только после этого начинайте новые. Не бегите за двумя зайцами сразу. Делайте все постепенно и обдуманно.